Что, тебя размутили? Аделя. Чё, мыть его? Ну, он сидел, плакал, то, что вот, освобожденка на мне. Потом бан дали. Печеньки вообще кому-то нужны? Это Вархан Шам. Да, нет, блядь. Думаю, войду, все надо. Все, Коби, забирай нахуй. Коби, путешествие. Пиздец ты летел так-то. Я еще пенанс в тебя кастила в спину тебе. Ты про него говорила, Кони Боди или как я его там. Он, оказывается, Коби. Короче, я не помню, не знаю, бьете в одного танка или нет, но я хочу посмотреть этих двух танков, поэтому давайте будем бить в двух. Второму бот нечего делать. Да. А левичка, танчик, у кого из вас есть ДД-спек, хоть какой? У меня есть 256. Займи, вот, спекайся. Вот, блядь, тебя я вообще хотела бы посмотреть в роли танка. А ты на них, на двоих, не оценишь их двоих, если они будут вдвоем танчить? Дайте шкаф, суманите меня, Стимси и Вайда. Тут нас это не пускают. Левичка, ты знаешь, как танчить в соло? Я бы забоялся, ну, типа, пускай, блядь, два лучше. Потом духов хуй кто хлопнет, блядь. Духов у нас есть, блядь, нет, у тебя 3 шипе, 3 паладина. 4 ну, мага, блядь. Чё, в ретрика? Не-не-не, нихуя. А чё там? Ну, да, духов будут ловить, не переживай. А, лича поставишь в идеале в череп, все так же стоим под черепом, осквернить. Ну, все ж всё знают, да? Да? И если что, левичка, на осквернении, тоже выходи на железный круг. Я вам рыбку поставила. Давайте фулари бар, хабар, чуть поешьте, а там люди падают. Вайкич, в твоем случае не знаю, что делать. Луксор. Захожу, ошибка, Вов. Отлично, там кто хотел релогаться, релогайся. Ебать, где твоя чешка, блять, алло, нахуй? А, моя чешка? У этого, скорее всего. А, я тоже с чешкой, я ее, кстати, жать забываю. А у тебя что, не было чешки? По-моему, у тебя была. Ну, единственная хиловская, которая падала вот у меня. А, ебать. Да не, не у тебя. Я думал, ты в Элеме будешь. Мы в 5 хилом, да? ЧСВ. Ебать. Да, конечно, слабые. Кто к нам этого бомжа засунул в пати нашей хиловской? Высшей расе, блядь. В смысле вы меня в шестую группу верните? Бери у него ассиста. Я могу только кикнуть его сейчас. Потом на видосе посмотришь, он там хуйню пишет против. Ханечки, не забудьте напулить в левичку. 70-35. Ой, 70-40. 70-40. У кого лед стоит? На пол и в левичку, если что. Ой, это у тебя? Нет, у меня третья. У меня лед стоит. Всё, на перифазе, да. Блядь. Не вливайтесь сразу, дайте ему игру набрать. Все, разворачиваю. Там уже 50к.
вы раньше так любите ворошать? Лови шишкару. Дальше меня больше не перепадает. Ну ты дебил, Адель, конечно. Блэкич, таунт лича, таунт лича, таунт лича, таунт лича. Прикола не понял, ну ладно. Че это было? Милики, отойдите от Шеркарии, пожалуйста. Подозреваю, но надо будет проверить. Забери духа. Угу. Мили, не подходить. Блять, ну нахуй вы бьете, долбоебы, агро, смотрите! Прыгаем. Прыгайте в пропасть. А с личом что было? Сорвали агро лича, да? Да? Так, ну, я не знаю, это надо, видишь, это надо, чтобы у танка было, ну, дохуя агро, это надо и напуливать в него, блядь. Он, наверное, на духа отвлекается, ВПшку духа дает. Ой, блядь, на ширкаря. И агро меньше становится. Ну, это не все хуйня. Так, блядь, лучше в два, нахуй. Ну, блядь, я понимаю, там Кирилл, который, блядь, 30 лет играет, блядь. Ну, это не все хуйня. Ну, по-любому вам не хватило танка. Ну, а как сорвать можно еще, блядь? Ну, знаешь, я даже не бурстил, я буквально 2 каста дал, даже 3, и все, его написал. Ну, так всегда все говорят, блядь. Ну, в смысле, какой агро у шамана, вы о чем вообще? А ты сорвал, что ли? Да. Может... Тебя сбросил кто-то из магов, там Блэкич шел второй после танка. Блэкич сдох нахуй, что он мог сбросить? А, ну вот он умер, и ты был... Это там... бред, это просто танк какой-то слабый, он агро вообще не держит. Я просто не смотрел... Акулы по КД каждые 30 секунд в макросе. Вот танк слабый, я говорю еще раз. Он не держит нихуя. Ну поставьте танчик, он хорошо танчит. Лучше 2 нахуй, пиздец, не знает нахуй. Ну, либо 2, да. Ну, я мы так или иначе вынуждены будем 2 поставить, потому что у левички нет ДД-спека. Дайте шкаф. Я просто с неизвестными танками такую хуйню бы не проворачивал. Согласен с тобой. Сейчас еще в РС-ке посмотрю. Ой, блядь, РС-ка. Это вообще пиздец. Да не, я не в этом плане. Я про то, что, блядь, тогда еще идти. Угу. Там 20... Лёш, я тебя в любом случае закрою. Я не буду перейти. Да запускай там, блядь, еще минуту запускаться будет. Бля, Коби, ну ты, конечно, гений. 30 сек тогда. Раз вы в два, ловите дуча вот здесь, вот. А ширкаря сюда. А почему мы в два, танчики? Я тебе не говорил спекаться.
Блять, я просто по голосам не определяю. Тар кричат, час назад спрятали. Не, не надо. В ДД. Ты успеешь. В ДД? В ДД. Какое ты мне Церебрус плюсуешь РТ? Время 23.20. Церебрус. Кто он? Хуй знает. Церебрус? Все, РТ-то почти кончилось. РС-ку плюсанешь уже. Войд. Чё? Сальву мне дай. Луксор, сальву по ваку. Не знаешь, о чём. Биг Мами, сальву по кентуре. Я по Блэкич давал. Это уже кентуре после того, как у Блэкич спал. Ушли на край. Красавчики, конечно. Да подойдите, чума вреди, диспельте. К мобу подойдите, к мобу. Толково. Подойдите сюда, сука. Все подойдите к мобам. Быстрее. Духа. Все, духа теперь забрать. Ушли. Духа теперь забрать. Ушли. Духа забрать. Духа забрать. Все, ушли, ушли. Надо было так рано отводить. Чуть не вайпнулись, но... Пожалуйста, не спал? Пошли бить. Не уходи далеко. Перефаза. Геру. А, сальву похисякивать дай. Не надо, я сброшу. Осквернения разбежались. Танчик. Вот тебе примерно середина, где стоишь ты. Череп мет. Осквернение. На край, все. Левичка, ты тоже. На ваку. По трусам РДД. Станы, хуян. Пс.
печеньку. Нилхант? Сквернение. Подвалик не насрить. Конченый. Веди на крыли. Мы с Сокрудом. Вся фаза. Заберите. Дух. Тотем с гимном дайте какой-то, блядь. Видишь, кто у нас на шамане? Долбаю. Фаза. Не заворачивать друга лицом к рейду. И сами под лицо не заходите. Жатву захильте сейчас. Феник. Переводи на другой карай, бот. Сквернение через центр, не бегите по краям. Карай? За спину Лича сбежались. А, Андер есть? Тучка поймай. Дал, как я профессионально в зубах. Левичка, потом это дальше к краю проводи. После коста будет осквернение, готовьтесь. 4, 3, 2, 1. Веди к краю, Туксор. Хуя на разлили. Мула поймаешь? Жатву захил, побед. Снова осквернение после коста готовьте. Разбегайтесь, разбегайтесь. Кентури. Войд в бабле, ебани. Дурак с платформы упал. Сомнений нет. Вы величайшие герои Азерота. Вы преодолели все препятствия, которые я воздвиг перед... Я считаю, что Дель вайпнул рейд, прыгнув в пропасть. Все плюсуют, все согласны. Голосуют за минус ИП Аделю.
что движет вами. Праведность. Не знаю. Вы бы заебись, еще бы лечу, вот этот пиздеж бы убрали, блядь. Ну, трэш нахуй весь исцелка. Говорят, мечтать не вредно, блядь. Ну... Дай мне силу. Замену фул ЕП или половину? Настя. Может, ты в кау ушла? Половину дали? Глора. У нас кроме Глоры что-то будет? Опа, падать? План перевыполнен, нормально. 51? 51, 91. 41. А клятва Ретрику стоит? Нет? Нет? Нет, я не отдам. 5000 старт. 5000, блядь. Сколько вообще сейчас старт? Я хуй знаю. В первом рейде по 10 отдавал. 100 тысяч старт. Коби, я тебе не отдам эту хуйню. Поставь хоть ты миллион. А если миллиард? Ладно. Да хуй с ним, давайте хотя бы сотки старт. Тут что-то вообще стыдно. Кирилл в первом рейде 10 типа снов. В первом рейде все одеты, тут бомжи друг с дружкой дерутся. Там ЕПС только нету, и тут никто не дерется. Мелхан, тебе не нужен? Ты ж так хотел клятву. Так а чё? Там картельный сговор. Кроме ханта никому не надо, что? Ну и всё, хули. Ну никому и не идёт. А Глора на Ретрика заходит, нет? Кто знает? Адель, потому что у нас было там два хила или что-то такое. Не сравнивай. Все, ЕП начислили, да? Да, можете ливать, если у вас КД на РС. Все, давайте, удачи вам, ребята. Пока. Никогда на РС-ку, Никит. Охуеть. Брестя. Кем идти? Локом, конечно. А серьезно? Может, он Фурика делает, ебать. Ой, я колокольчик выиграл, нихуя себе. Сколько у нас есть? 2 минуты есть, Никит? Угу.